Бег, так что давайте, победу надо оформить. Погнали. Время уже позднее. Нам наверх бы попасть. Ну... Здорово! Он сам пришел не в виде дара, что? Еще модельку ему нарисовали, черепашка у него какая-то у ног. Как в порядке? Ля какой. Ну, черепашку даже здесь нарисовали в артецком. Что ж, первый Гермес. Че, дабл дэш, не? А, я все прослушал. Ну почему у меня пробел так близко находится к руке? Минуточку, Владык Гермес, что значит заскочить на Олимп? Я же должна остановить Кроноса, захватившего подземный мир. К тому же я на поверхности вздоха сделать не смогу, не то что забраться на гору. Да ладно, Эм, ну ты же у нас полная идея. Дедуля, похоже, решил не ограничиваться обычными нападениями и задумал что-то особое. Так что подумай над моим предложением. Не просто так прошу. Ладно, мне пора бежать, да и тебе тоже. Свяжусь потом через дар. А, и все-таки дар принес. Особые атаки становятся быстрее. После каждого сраженного врага наносимый вами урон увеличится на 30 секунд. Ну, немножко поменялась как будто, да, у него внешность. Вы бежите на 20% быстрее и получаете щит, который позволяет избежать определенное количество ударов за схватку. Только во время щита? Только во время бега, вернее, да? Да, только во время бега. Кайф, хорошо начал. Зевс, ну как будто неплохо звучит. О! Так, а чё у меня вообще по обилкам там? Да, жесть. А вот эти мобы тоже из второй Локи, кстати. Мне нравится так разнообразие мобов на локациях, звучит очень кайфово. В ране стакнул 10 урона Гермеса, Арсифалит и 50 атак. А, уклона урона. Хорош. Хорош. Ну что ж, приветики. И это плохо ли, Орл? Нормально что такое писать, да? Повестки искать. Камон. Вы в курсе, что это офенсив, скорее всего, для людей? Я не знаю. Наверное. Мойры знали, что Кроносу нанесет поражение его собственная родня. Так уже было и будет вновь. Так что благодарю за помощь. Эффект разряда. Порча молния обрушивается через 3 секунды, в течение 3 секунд, получивший 120 урона. Ну, кстати, как будто бы чуть ли не лучший. Ветер, да? Второй ветер, но первый у меня огонь. Особые атаки накладывают разряд, или когда вы бежите, врагов бьет молния. Кстати, я могу... Я могу через пробел поиграть, через вот этот. Ха, забавно. То есть получать резист и просто бегать, сливать манну и не получать при этом урон. Ну, правда, один удар за схватку. Типа. 20 урон маловато. Не очень много, это правда. Мне нравится идея Зевса на атаке. Мне очень нравится идея Зевса на базовой тычке. В целом. Звучит прикольно. Если я собираюсь базовыми тычками бить... Ну, мне хочется попробовать бег. Звучит прикольно. Поехали. Сейчас будем локи чистить быстро. Ой, я недавно вроде. Оп. Это вся манна. А че врагов так много?
Ну, кстати, я так бегал и урона в итоге и не получил. Кайф. Кости. Блин, я опять кости не потратил. Я вообще ничего не усилил себе. А я бы и не мог в целом. Ого. Я в целом и не мог усилиться. Если проболтаешься, Гекате, тебе конец. А теперь проваливай, сама здесь разберусь. Если выбрать поменять футболку, то мы поменяем футболку. Только на того, который сидит сверху. На Кратоса. Глазки. Блин, вообще на самом деле закапываю. Барбара, икё? Гекат... Ой, Немезида не очень похожа на Барбару. В первой части... Перелет не повестка, а греческая мифология, и боги могут выглядеть как захотят. Это правда. Заодно и это можно. Ну, а рекламу вы, да, не забывайте проходить по ссылочке индивида. Офигительнейшие футболки, худи и всякая самая разная одежда. Випка для свак макряк. Сейчас выдам минуточку. Ап, 100 випок. Увы. Сейчас я заберу у кого-то, у кого 3 плюс месяца. А нету. Есть 2 месяца. И все. Ну, есть те, кто вообще на стрим не заходит, например. У кого-то забрать. Каких-то гига-старичков. Ох, эти гига-старички. Были и нету. Плюс випки. Проболтаешься, Гекат, тебе конец. Это мое обручение, не твое. И ради этого ты оставила свой пост. Позор! Настолько хочешь доказать, что ты сильнее меня. А может и настолько. У тебя же есть при себе золото. Предлагаю пари. Сейчас это место запомнить проклятые твари. Кто убьет больше, тот забирает все золото. Ну что? Тя. Она бьет по пустому месту. Чего? Бесполезная версия Танатоса. Блин, она целого одного убила, блин, ну этого она у меня украла. Ладно, может не такая уже и бесполезная. Ай, еще урон получил. Изи, отдавай свое золото, победительница. Не верит, что я проиграл. Попытка защиты. Удивительно, что ты не попыталась раствориться в тенях, как ты любишь. Ничего обо мне не знаешь, как тебе в голову пришло бросить свой пост. Наставница Геката отдала тебе прямой приказ. Мне в голову пришло, что с Титаном ты не справишься, в отличие от меня. Теперь убирайся. Я его уже убил. Слушай, а деньги-то где? Чё? Тварь, а? Да она тебе первый раз поддается. А, да, хочешь сказать так. Да. Восстановим 10 монет. О, гидролайт, наш любимый. Сколько у меня монет? 270. А, немедленно получи немножко костей. Придется взять. Редкость следующего. Да. Ну, короче, все придется взять просто ради Мойер. Да. А, ну, Афродита я в целом и не против. Базовую тычку, кстати. Ой. Деньги удвоили, да? Ну, все-таки дала. Чем больше денег. Вот надо учиться кьюшку кастить, короче. Вот. Таким образом. Нажал и дэш. Подбежал к врагам, потом дэшнулся. Это очень полезно выглядит. Маленькая птичка напела мне, что сам Рок навестил твое жилище, хотя это дурной знак и для тебя, и, возможно, для всех нас. Но как же он хорош с собой, правда? Это она про этого, да? Который сын Мойер. Во, как раз милишку хотел взять. Еп.
Когда покидаете локацию, блин, какой кайф. Ну, да. Второй раз уже в базовой тычке Афины и Афродиты играем. Да, это уже не первый. Ну, понятно, блин, магазин или мета? Ну, зачем мне мета, че? Если в магазине можно что-нибудь купить, надеюсь. Оп, цветочек, привет. Ну, сердце купить можно, и уже хорошо. А вот на этих, конечно, денег не хватило. Блин, дай мне что-нибудь, мне деньги нужны. Вы же слышали, владыка Кронос? Ой, владыка, что Кронос пленил ваших сестер трех Мойр. Владыку Мороса мы пока хотя бы укрыли. Вы правда так считаете? Знаете, что он скажет? Лодочник Харун, в прошлом проводник мертвых, теперь странствует по рекам подземного мира в поисках тех, кто еще противится повелителю титанов. Ага. Тебя бы на восстановление хпшки, тебя бы хрен знает для чего. Пока ему усилить кьюшку, может быть. Кьюшку усилить кому-то неплохо будет. В прошлый раз комнатка была, теперь хотя бы рарка. Ай, боже ты мой. Давай, Гинис, давай, Зевс, давай. Ой, ошибка с тобой драться, подожди. Сейчас здесь зачищу ребяток. Я не знаю, в какую сторону он бьет. А, в смысле? Почему сюда-то? Ладно. Здесь я вообще не был готов. Ну, пока урона мало, а мы отхилим еще все это дело. Все равно без брони идем. Идем без брони, вот им этих нету. Денег. Денегов. Че, опять дождь идет? Почему? Почему здесь эта элитка? Вы постепенно восстановите ману, но ее общий запас снижен. А впрочем, 8 в секунду. А сколько в секунду бьет этот? Раз в 0,15 секунд 3 маны тратит. Блин, ну вообще... А можно? Ваш Сигил периодически призывает молнии. Чисто бегаем. Ну как бы, как вариант, да. 22 маны. Блин, тут команка. Урона-то мало. Ну, звучит прикольно. Поехали. А, и все, минус все деньги. Ой, все манна. Блин, а мне на сиджел-то хватит? Хватит. Ага. Да я дэшнул уже. Да и дэшнул я уже, я же сказал. Теперь ману апаем. Да что-то на самом деле, какой смысл-то? Типа она тоже будет апаться уменьшенная на 70%. И что тогда? О, руда. Прямо у выхода. Неудобно они ее поставили, если честно. Все, наконец-то можно будет... А, или на лопату я смогу скрафтить. Блин, так нет, наоборот, ману апать бессмысленно же. В беге не регенит ману. Да, точно. Да не, должно. Просто незаметно. Да, ман он быстро и много сожрал. Денег ноль вообще. Надо брать. Пока она тратится, не регенит. Мне, кстати, показалось, что так в целом со многими, что... О, крабик. Со многими штуками здесь так работает, как будто бы... что пока она тратится, она не регенится. Ну, честно, честно говоря. Прям совсем? Ну, пока странновато, ладно. Так, пыли у меня дофига, вот мету надо уже открывать еще больше. Да, отпрыгнул я от лазера дурацкого. А, может быть, от лазера-то я отпрыгнул, может быть, я от бомб урон получил. Я так-то и не понял.
Блин, тут так и отъехать можно, на самом деле. Внезапно. Че, гидролит еще работает? Видимо, уже нет. Что ж. Ну ладно. Держишь атаку факелов? А, чё? Ну да. Тьфу, сопротивление. Я слишком быстрый. Гранат, ну и чё мне усилять базовую тычку? Такое, даже молота дедала не было в этом забеге. Блин, монет у меня не особо много. Так что в целом закупаться тоже бессмысленно. Ну пойдём за гранату халявно. Начал стрелять патронами за ману, а ману уже перестает регениться после зажима. Вот это такое себе, да. Ну окей, да. Жаль, не уменьшенное количество маны. Туда нельзя убежать? Видимо, нет. Так, ты рано. Я встретил Гермес, наставница. Кажется, Олимп нужна моя помощь. Но как же мое поручение? Твое поручение никуда не делось, как и враг, с которым тебе предстоит сразиться. Гермеса обсудим не здесь, сейчас у нас другое дело. Вот какие-нибудь... пососные атаки, чтобы я мог с тобой подраться нормально. Нет, что-нибудь из этого, да? Не она. На тебе по лицу этими. Слушай, ну урон отличный у ножей, даже несмотря на то, что это... О, привет. Может, просто попробовать? Промахнулась. Ну, пофиг, что я урона получил по лицу, миллион. Зато она не попала. Скион Катаски, я тоже знаю это заклинание. Но... дальность у Дэша Зевса, конечно, малюсенькая. И это, конечно, проблема. Помоечку. Сколько часов наиграно, если Кронос уже повержен? Я победил его на 6-й забег. Заслуженный трофей. Пусть он пригодится в твоем ремесле. Нагась.
Нафиг. Но было тяжело. Но было тяжело. Босс, ну билд у меня был жесткий, очень жесткий. Откуда же ты явилась? Мои прислужники просто сбит с толку. Никак не могу понять, где ты живешь. Поэтому я решил спросить по-дружески. Я явилась из твоих кошмаров, Титан. Я живу ими. Я убью тебя, а потом уничтожу окончательно, сколько бы времени это ни заняло. Сколько бы времени это ни заняло, ты рассуждаешь о неотвратимости, девочка, а я в ней мастер. Я найду того, кто тебя за мной послал. Так, что ж, мешочек пока надо менять на... Говно... Говно. Когда ваш запах. Хотя, может, Афродиту взять? Один раз за ночь. Повысить редкость себе благословения, относящихся к категории обычная. Мне обычные не нужны. Обычные, это, наверное, имеется в виду атака, ПКМ, там, кишка и так далее, да? И... Фонтан восстанавливает больше. Жаль, нельзя взять эту диковину до фонтана, наверное, да? Подожди, обычный дар перейдет. Это из тех, которые у меня уже есть. То есть я мог бы громовой бег усилить. Обычно это белый? А, ну, может быть, логично. Подожди, обычный благословение богов приводит себя исключительно, но это довольно проходной вариант. Ладно, да, я понял. Все-таки серого на синий. Окей, броня бессмысленна. Хотя нет, не так уж и бессмысленно. Нужно ее докачать чуть-чуть, да? 8 схваток. Потом поменяю. Давайте возьмем. Чего нет? Привет, маленькая тень. На ютубе появится. Все всегда через день, ребят. Если хотите прямой эфир, то это стрим. Если на ютубе, то через день. Потому что мне... Я это делаю после стрима. Выкладываю все видосы. Не хотите в эту штуку поумирать? Не хотят, им вообще насрать, только я от нее урон получил. Ха-ха. Лучше бы и не ломал вовсе, да? Поют, поют. Ох, Гермес, еще один дедал. Блин, ну... Ну и выбор, конечно. Ну, Гермеса возьмем, потому что дедал мы уже видели, а Гермеса почти нет. Получил тоже щитом был? Нет, там... Я как бы почти получил. Конечно, блин. Я так всю броню свою сейчас потрачу, кстати. Я взял. Ну, надо было им подарок подарить. Особые атаки быстрее, но нет. Получаете возможность уклониться от любого удара. Ну почему команка? Можно третий ветер взять. Ну зачем мне быстро особо? Я не через них хочу играть. Прищит, который от бега, да, я понял, я получил урон от пара, а потом, вернее, я сблочил единичку урона от пара, а потом сразу же, мгновенно, возьму 10 уклонения, похер. Блин, гранат или магазин? Гранат. А потом все равно получил единичку. То есть, вначале не получил, потом получил. Оу, чё? Не хватило маны. Класс. Как же приятно, враги на самом деле скапливаются у Сиджила, да? Что-то им поют уже. Ну что, еще базовые тычки? Ну что же еще? Что-то интересное. Получаете минус 10 урона! Ваш приемность плюс 50.
Блин, ну типа все бы взять, кроме хилки. Да. Просто надо выполнять задание Мойер. Ладно, давай, наверное, без вот этой хотя бы обилки. Это чуть все деньги тратить. Много в игре уже видел. Много видел и еще много всего впереди, я так понимаю, потому что в игре реально дохрена всего. Я, честно говоря, элитного Посейдона не против забрать. Здесь только одна элитка, да, во втором акте? Судя по всему. Уже который раз только ее и вижу. Не назвать это, конечно, уроном прям, но... Помочку. Мойер за всех элиток собрал? А, не запомнил, да. Выпустили сразу версию 0.9, в прошлый раз она вышла 0.58. Да, можно мини-спойлер по контенту сказать? Нет. А, ты где, племянница? На дне морском или очень близко к нему? Тут поди еще темнее, чем у тебя дома. Еще давление безумное. Даже я долго не выдерживаю. А как у тебя это получается? Что он скажет, когда в этой локе он вылезет? С собой вызывает волну, ваш сигил мгновенно взрывается. И отбрасывает врагов, но это же хреново. Или вы получаете больше незначительных наград и денег. Братан, я свой выбор сделал. Кстати, в большем количестве наград, да? Продолжаем зелень фармить. Ух ты ж, кто тут у нас элитный такой интересный вылез. Следующего акта, да? Блин, нормально так парень, кстати, вписал. А чё такой сложный выбор? Можно было выбор попроще? Блин, нарцисс мету дает, а мы ее больше получаем. Сейдоном. Я заметой. Блядь, парень. Не, я тебе говорю это хоть раз. А, говорю, конечно. Ты же все слышал и сам все знаешь. Это он себе в отражении, да, говорит? Ты не переживай, не такая уж она и плохая. Надолго не задерживается. Скоро мы с тобой останемся наедине, но еще с этими тенями. Извини, что помешал, нарцисс. Ты сейчас со своим отражением разговаривал? Тем бы только осуждать. Слушай, Мантикора или как там тебя? Не вмешивайся в чужие дела. Тебе не понять. Дар манны и 20 этой. Да, в этот раз это берем. 9 маны и плюс 35, а не 20. Офигенно. Это много. Это много. Сколько часов контента на старте первой части было? Ну, ты точно хочешь знать? Ядрить там шар! Блин. Дрить там малютки еще. Из следующего акта. Блин, шар, я в тебя лицом въехал, тварь ты такая.
Да, как же здесь, конечно, сложно не милишником быть. Вернее, наоборот, милишником быть. Стих тьма. Поэтому я спрашиваю, мало было. Ну, можете пересмотреть, на самом деле. Все товары, предлагаемые Хароном, на 30 дешевле, а я как раз к нему. Да? Ваше заклятие, но с большой урон. Ну, по скидке можно и купить. А, подожди, я не обязан к нему идти. Ну, раз я купил скидку, уже обязан. Просто здесь залочено замочком, а я не заметил. Это же все к боссу. Ну, конечно, к боссу. Это что за сумка? А, рандомный бунт. Всего за 88 вообще гигакайф. Привет, Псидон. Эгей, это снова я, мой любезный пельменец. Хотя, ты верно, уже догадалась, как получил удар в промокшем до нитки мешке. Сразив врага с помощью оружия, получает духовную сферу. Это вот для маны, да? Не, нафиг. При наличии хотя бы 4 капелек, а у меня 2, у вас будет плюс 100 хп. Берем капельки. Да, я забыла ее существование. Да, было-было. Приветствовать. Блин, ману за 7. Блин, ну по скидке. По скидке. Ну давай возьму, ладно. Хер с ним. Не то, что мне сильно нужна была мана. Нужно будет больше пробелом дамаж, наверное. Я почему-то думала, что петь должны сирены. А в итоге жабрами на меня хлопаешь ты, Сцилла. Не слушайте ее, девочки. Где бы мы были без вашего бэк-вокала? Я солирую на инструментах. Вместе мы творим волшебство. Давайте-ка ей покажем. А. Минус мой блок. Ай, минус мой блок. Почти еще раз. Да когда ж ты закончишь-то? Старт у меня, конечно, был слабенький. Да помри уже, наконец-то. Это штука об стену бьется? Слушайте, а надо нам запомнить на будущее. Это третья песня? По-моему, третья, как будто бы. Не, это вторая как раз. Это я помню немножечко, да. Да ладно. Броня сломана. Не очень-то и не нужна была. Я докачать взял. О нет, барабанщица в центре внимания. Я ее первый раз, походу, вижу. В центре внимания. Белочки по кругу крутятся. Ай. Блин, у вас барабанщица самая крутая. Это какой-то appreciation для барабанщиков от разрабов. Дань уважения, так сказать, да, барабанщикам. Жесткая она какая-то, ребята, у вас. Очень жесткая. Просто гига жесткая. Ага, найс. О, не хочешь прийти сюда и помереть от этой бочки, как ты в прошлый раз сделала? Видимо, нет. Угу, помочку. Маме, вставай. Так, ты что там? Ага, дышать собралась. Блин, мне нечем убивать последнюю фазу особо. Весь мой урон с ЛКМ. Тяжело это будет. Плохо без Сиджела против нее. Ага.
Да что так? На премьеру? Не, я уже слышал этот трек один раз. Так, забрали. Воля ночи исполнена, замечательно. У Зарянки, кстати, будет 5 песен к августу. Мои сувениры материализовались. Их можно брать перед? Подожди-ка. Подожди-ка. А, то есть, да? То есть прям вот взять вот эту штуку прям сейчас, вот, вот ее и да? Прикольно. Зачем фрагменты ночи? Пока, хз. Тот струн последнему врагу. Вас сразил Кронос. Ну, кстати, вместо воскрешения Скелли. Большая вероятность получить дар Афродит. Вы можете повысить редкость его благословений. А когда ваш запас здоровья упадет до нуля, получите неуязвимость. Да, может реально взять, докачнуть. Один дар, обычный дар до редкого. Ну как, я же правильно понимаю, что у меня сейчас вот это качнется до редкого. Да, именно, прикольно, балдежно. Надо покачать чуть-чуть. Все равно все тринкеты надо докачать до максимума, правильно? Поэтому будем по чуть-чуть юзать. Не всегда же с арахной бегать, правильно? Она ушла в третий акт, ну неужели? Боже ты мой. Рид свалила. Ну, что ж, я убил, успел на этой сложности убить Кроноса. Глубина подземного, среди зарослей выждают несчетные души, отчаянно цепляющиеся за воспоминания любви и надежду, которая уже давно погасла. Че за говно? А, хотя не такое же говно награда, если честно. Не, ну мана говно награда. Теперь где-то 40-50% урон. Ну не сотня. Минус 30 урона на Кронос или воскрешение Скелли. Минус? Подожди, может плюс? Че там за мобы такие? Ага, понял. Ага. Ха! И что спряталась? Okay. Мана на месте. Ой, простите, пожалуйста, я не хотел. А вас хотел. Плюс 18, неплохо. Промах. Спасибо, братан Гермес. Ножом добил, как красиво, видели? Аж время замедлилось. Ребята, вы же не против? Они не против. Дублет, кстати, не сработал. А, есть еще что-то, что осталось? Где здесь это дерево, которое подсвечивает? Дерево подсветки, ты где? Алло! Ты чувствуешь, когда еще и его надо найти, да? А ну, видимо... Ладно, поехали. ХПшка и монета или супер Афродита? Но там придется драться с вампиром, от которого мы получим по лицу, скорее всего, да? Часть инди-разрабов гонит на Hades 2, что его выпустили без анонса, и, мол, их игры теперь не заметят. Ну, вообще, они как-то странно это сделали. Я не знаю, что они так бахнули.
Я в целом соглашусь. Нет, не Афродита. Я думаю, это все-таки хпшки и монетки, потому что у меня дары морей. Блин, с другой стороны, мне надо водные благословения еще найти. Вдруг Афродита их даст. ПКМ Афродита я брать не буду. Кьюшку Афродита. Ну, в целом, неплохо. Ослабляет врагов, стягивает. А это что такое? Но все равно тупо, да. Я сюда влюбил. Так они и не релизнули, ну да. И вообще они говорили, что релизнут в течение недели после тех демки. И вообще они говорили, что они релизнут во втором квартале. Такое, кстати, тоже было, так что, ну, хз. Самая легкая монетка в мире? Почему так просто? Как-то даже нечестно было, по-моему, по отношению к врагам. Ты че, микро хпшечка прокнула, да? Ой, ребята, я вас тут украсть пришел? Извините. Не, все-таки этот урон Зевса ужасен, потому что дальность маленькая. Я практически не сомневался, что так будет. Вот этот ликан выглядит очень страшно. И вот эти даже головы маленькие выглядят страшно, если честно. Кстати, странно, я пока не вижу врагов из последнего акта. Удивительно, да? А, это он их призывает, да? Пора все слабое. Да, чуть-чуть сама новость. Ребята, я просто украсть. Пока. Не нужны вы мне. А вот и Афродита, она все-таки пришла. Ладно. Самый легкий босс. Пока что, да. Единственное, броню я, конечно, буду ломать миллион лет, если честно. Блин, я, кстати, думал, что это будет сейчас милишка. У нее она есть, как оказалось, в какой-то момент. Может быть, под пробел... Его будет какое-то еще усиление интересное. Блин, молнии на самом деле самые неприятные. Второй ход намного сложнее первого. У него есть одна очень сложная черта. Специальный... Перс, который делает тебе игру сложнее, которого ты встречаешь в каждом забеге, но со временем он начинает попадаться тебе все позже и позже. Игра становится чуть-чуть легче, и Рида ее зовут. Вот, я думаю, что это... Блин, кстати, опять же, моя теория не совсем оправдалась. Да? Я говорил, что я думаю, это сделали потому, что у них нет эндгейма, у них нет пакта в раннем доступе. Но у них есть пакт в раннем доступе.
То что зачем Рида существует? Ну, не знаю. Опять же, остановить спидранеров, да? Дать игрокам поумирать, дать игрокам послушать крутые диалоги в игре всякие разные. Не знаю. Ну, вообще пропадает. Да я догадываюсь, Бадыров. Хоть и не просил это узнать, но логично. Чтобы с ней замутили, да. Что за пакт у нас сейчас? У нас сейчас враги из последующего акта периодически появляются. Что за баб? После перехода в новую локацию усильте базовую тычку. Ну, кстати, 7 урона плюс 100 на 14. Блин, это не вода. Увы. Сколько тут черепов максимум? Что-то около 50 плюс-минус. Я не стал все считать, мне более. Не опыт хп мобов, спидранеры справятся. Тоже верно, кстати. Тоже верно. Ой, ё-моё. Так-то да. Так, не забыть про существование хвоста. Он есть. Все еще ходит за нами. Да блин, в смысле? Так, короче, давай убьем хвост, чтобы не мешался. Давай, вылази. Что, не... Ага. Хорошо, оно там так хорошо у стенки стоит, на самом деле. Да, шар, ты чё? По этой штуке можно пробежаться? Что? Шары, вы, конечно, прикольные, ребята, но... Можешь мне не мешаться, пожалуйста? Спидранер, это убийство из первого трая или прохождение всей сюжетки? Я не знаю. Я не спидранер, я вообще ненавижу спидраны. Ну, я... Признаю спидраны, что это очень крутая штука, когда кто-то настолько задрачивает одну игру, что знает все ее тонкости. Но я сам никогда в жизни этим заниматься не хочу, потому что монотонное задрачивание одного и того же для меня супер скучно. То есть я обожаю рогалики за вариативность, поэтому считайте, что спидран для меня как антоним рогаликов. Антон. Рогалик. А вот и враги со следующей локи, что-то прям на этой локации не попадались. И вдруг... О, боже мой. Блин, можно мне хоть что-то, обо что врагов можно подамажить, не? И череп, и этот... Ну, приятно. Ламия еще мерзкая. Ловушечку бы хотелось здесь сейчас. Воу! Это она просто... Подождите, она просто подстанила, типа, оттолкнуть своей атакой. И у мобов есть атаки, которые не вносят урон. Ну вот, если бы не щит. Молоток не выпадал? Да, в этот забег без молоток стан. Еще 10% урона. Давай тебя апнем на 5. Не знаю. Сколько-то ты наносишь иногда, редко. Редко и мало. Ой, да ладно, успел маленький шарик. Плюнуть в лицо. О, часы. Там что-то развлекалово какое-то.
какой-то гигафан устроили, да? Ни хрена они здесь наблевали. Нормально так. Угу. Да, медуза одновременно с этими чуваками неприятные мобы. Когда надо в миле выйти. Потому что мины. Мины и вот эти вот блоки. Весь урон в обычной атаке. Просто жесть. Ого. У меня вкусный бутер. Только горячий очень. Ай. Водички можно попросить ее налить? Ого. Тара-та-тара. Может, это сердце тебе не надо? В смысле? Может, надо? Что? А, я думаю, что за звук? Думаю, что сосед засверлил так громко, что ли? Ну, да, наверное. Да, хватит, спасибо. Бутер запить. Магазин. Ну, у меня 700 монет. Конечно, в магазин, а не на бесполезный гранат. Как на второй фазе не умереть от Кроноса? Я на первой пока умираю все еще периодически, потому что косы, косы, косы. Надо стоять в миле, а я не стою в миле. А почему у меня 20 залочилось? Чем я себе 20 залочил еще? А, ради 7 урона. Спасибо большое. Еще бутер, сырочек, кетчуп, наверное, и эти ветчина, карбонатик. А, вот как это должно играть, да? Это все между собой, да? Я понял. Слушайте, кстати, эффект разряда наложить. Молния обрушивается получивших 120 врагов. То есть ПКМ накинуть, ЛКМами вырезать. Звучит неплохо. Во всех врагов. Но только раз в 5 секунд. Боже, нет. Короче, я хочу вот это попробовать. То есть мы кидаем один ПКМ и начинаем нарезать ЛКМом. И как будто бы это будет сильно. Как будто бы. Но это не точно. Так, ну что, хороший песик. Поехали. Хороший песик, не надо. Мне еще кофе сделал, ничего себе. Хороший песик подождет. Спасибо. А, мяч. Че он там надышать, наблевать решил? А, тебя еще надо убить.
Так, что, дышать будешь, нет? А, накидал огня, блин, надо туда не идти теперь. Оп. Блин, это как у тебя когда-нибудь под тобой закончится кусок говна, не? Почему я, кстати, никогда не делал заряженную атаку магией? Она же существует. Надо не торопиться при его вот этой вот стяжке. Если стянул, надо осторожней. Потому что потом большой удар рукой, да, обычно. Так, все, ушел. Лами. Не только вами. Даже на боссе может дебаф сработать. Офигеть. С призывом мобов с другой локации. Ух. Окей, я понял. Можно же вот так вот, кстати, в спину бить неплохо, да? Упс. Я тут задумался, это же время останавливает. ТП-шит нас, что прикольно. Сама остановка времени сильно звучит. Стоять! Это же реально доп тычки, которые можно сделать. В итоге мстительная принцесса вновь берет верх над адским чудовищем, преградившим ей путь. Возвращаюсь домой к хозяину. Усмирив кошмарного трехголового Цербера, принцесса мертвая готовится к спуску в глубины Тартара, где ждет ее кровный враг. Не надо спускать в глубины Тартара, ну, пожалуйста. Тут не было руды? Глубины Тартара. И я бы забурился в глубины Тартара. Кушать состынет же, да, надо покушать. Мне жена сделала вкусняшки. А теперь смотрите топовую тему. У меня все еще кольцо... А, только один раз срабатывает. Хотел сказать, у меня все еще вот это кольцо крутое. И я сейчас эту комнатку превращу в рарку, но нифига. Ну и... Осталось придумать, что взять на Кроноса. Ну, воскрешение, конечно же. Ну да. Дворец неплох. Mm-hmm.
Кронос ожидает. Ну чё, сейчас здесь будет стоять же, да? Ой, ну как же мы по тебе соскучились. Как ты оказалась в Тартаре? Сюда же невозможно попасть, только если ты не... Прилетела в него? Ну что ж такая ограниченная, малышка? Давай заодно ограничим и свободу твоих передвижений. Почему она постоянно мешает, типа? Может, она дочка Кроноса? Всем привет. Сделал билд при ударе, сносит 1260 дамага. Это сильно много. У меня сегодня был билд, в котором я 1700 вносил. Но да, 1200 звучит много. На ней его дочь по мифологии. Ей просто нравится. Ну, понятно. Она местная Джинкс. Ну, или это как ее... Вот это вот из вселенной DC. Популярная самая клоунша в мире. Клоунесса. Клоуниха. Я забыл. Харлик. Харлик. Ай, 12 урона, блин, из ниоткуда на самом деле. Мог бы и не получать. Да, ох, что эти милишные билды. Да я же... Когда у меня хоть раз этот чит сработает? Кроме как на туман бесполезно. Да, дебаф она всегда дает одинаковый. Дебаф она дает всегда одинаковый. Он начинается с 25 и потом приносит по плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5 и так далее. Но, соответственно... Соответственно, четвертый уровень. Чем позже ты ее встретишь, а ты ее начинаешь все позже и позже встречать после каждой встречи, ну, там, в начале 3, потом 5, здесь, наверное, 7, может, 10 будет, я не знаю. Чем позже ты ее встретишь, тем меньше урона вот в этой штуке ты, соответственно, настакаешь. Понятно. Немножко страшно с этими чуваками драться, потому что я плохо знаю их атаки. Они же другие. Два раза отбивается иногда, да. Как же плохо не иметь всех усилений в конце забега. Сюда, маленькая крыска. Хорошо.
Тут, как тебе вторая часть? Пройдешь игру уже сейчас, и на релиз можно будет не заходить, а ты, видимо, не играл или не смотрел. Пройдем игру сейчас, и на релиз вернемся и пройдем ее еще много-много раз. У них сейчас 4 локации до босса, то есть, по сути, у них на данный момент есть во втором Хейдесе полностью первый Хейдес. С усложнениями, с пактом о наказании, с кучами от прогрессии, всякими диалогами, огромным количеством боссов, 5 пушками и так далее, и так далее. А потом появится еще одна локация, 4 локации, до Олимпа. Которые как раз откроют к релизу. А там 2 локи сверху, блин, я думал одна. Ну, конечно, спойлеруны, ну вы вот вообще прям вот... Не имется вам дождаться, когда стример сам хоть раз увидит. Эх. Чат. Куда же мы без вас, стримера? Никуда. Олимп уже есть. Да, есть. Я думал, что там тизер на одну локацию. Недоработанный. Было бы вполне логично. Так, надо мешочки убить вначале. Ну, вот мешаться. Подождите, а эта молния бьет один раз. Типа вот ты наложил дебаф, нанес эти пососные 120 урона и все. Я, честно говоря, думал, что... То есть мне надо делать тычку, ПКМ, фулл прокаст. ПКМ, фулл прокаст. ПКМ, фулл прокаст. Они... Ясно. Так, ну к бате мы в любом случае должны заглянуть. Когда релиз? Думаю, они вроде писали, что до конца года успеют. Не дает. Клыков яростной адской гончей хоть добавляю, вот доверие на донышке. Так, не здесь. Я помню, как Кронос пленил нашу семью и захватил наш дом. А ты повелел колдунье с распути унести меня. Или же мне это приснилось? Он хотел, чтобы ты рассказал ему о Мойрах? Откуда ты... Все было именно так. Возможно, сами Мойры даровали тебе это видение. Он сделал все, чтобы их разыскать. Но я бы ничего им не рассказал, даже если бы и знал. Так Кронос не от тебя узнал, где они скрываются? От кого же? Потому что он сумел их пленить. Возможно, не так давно, но ему-то удалось. В таком случае план моего отца по захвату власти может сбыться куда раньше, чем мне казалось. Я не знаю, как ему удалось найти Мойр. Но если даже им не удалось его остановить, то на что надеешься ты, дочка? На двойную шавуху у Харона. Призывает меньше врагов на 50% или получает сильный урон в первые 3 секунды. Призывает меньше врагов звучит отлично, мне с ними драться некогда. F врагам получается. Блин, кольцо не успеет качнуться? Не, интересно, от скельмеи. Хотелось бы. Ну, давай, бать, я пошел. Увидимся. Чё мы стример шавухи? Я, кстати, очень хочу шавуху давно съесть. У нас есть вкусная шавуха, ладно, в Ереване. Проблема в том, что она открывается только...
в 12 часов, а я в это время уже миллион раз как стримлю. Может, завтра? Завтра как раз выходной. Ну, не выходной, полувыходной, я думаю, небольшой. Мы с Яной там погуляем хотя бы завтра. Праздник все-таки. Шучков, может, покушаем где-нибудь. А может, шалу? Каком-то с гачи мужиками. Да. Зевс, Зевс, ты мне водное благословение не дашь, да? Очень хотелось бы, но и увеличивать урон босса на 5% еще не хочется. Итого у нас одна комната, значит 45. Блин, ну ладно, давай сходим, попробуем. Это, наверное, элитка. Блин, надеюсь на мешок, конечно же, но это не мешок. И, увы, это не мешок. Да тупые крысы, я думал, вас хотя бы Зевс убьет, а... Ну их надо сиджилом убивать. А чё, они по 5 кусают, что ли? Ну, блин, всё хп просрал. А чё, этому посрать, что ли, на этот? А, тут есть большие крысы, которые по 5 кусают, а есть маленькие крысы, которые по 1 кусают, да? И вот у этого чувака есть в том числе и большие крысы, да? Понятно. Класс. Сколько у меня денег? 711. 741. Ваш си... Влада, ну у тебя один ветер. Да иди в шоу. Хочу 100 хп. Ваш удар вызывали цепную молнию. 50 манну. То есть у меня будет 3 манны, и я не смогу кастить ничего. При том, что я не взял штуку, которая... Любая тычка плюс 15 урона, которая летает по врагам. Понятно. Ну, звучит на самом деле не очень сильно. С другой стороны, вообще не кастить. Можно. Тренируемся драться с Кроносом ручками. Весело. Весело. Ля, бесполезная луна. Да даже не хочу, наверное, нафиг. Поехали. А че у нее КД какой-то есть? Каждая ты... А, не, вроде и правда каждая тычка. Такая приятная комната. Еще. Чем быстрее я убью часы, конечно, тем будет лучше. Что ж, взял на уменьшение врагов с Кроносом, потом берет статику. Так оно и самого Кроноса будет дамажить. Какая разница? Да, беру. Ну, жаль, мы воду не довезли, блин. Ну, 300 хп, ну, что ты? Он ни разу не попадался. Надо было брать луну, чтобы найти его, ну, хз. Минус 2 урона за удар. Сигил мгновенно отбрасывает врагов, которые не... Не смогу кастануть, когда вы получаете рис. Да, спасибо. Класс. Ну давай, ноль манны, чё бы нет. Я теперь загрей. Кому нужна эта манна? А, ну вообще здесь еще есть немножко, 18. Но этого не хватит.
Просто вопрос. Да я... Да, наверное, нахер карточку. Чем мне карточка? У меня, наверное, есть одна минимум. Я много покупаю у Харона. Да. Одна есть. Ну, значит, ты... Эффект разряда. Урон от молнии плюс 7 или урон от базовых тычек плюс 20. Ну, наверное... Плюс 8. Скорее всего, это будет больше носить. Хотя... А, это вода! А, это какая разница? Я же не новую получаю. Ай, шавуха, и тебя тоже купим. 58 монет. Да, я уже думал. Слышал, сегодня вышла топ-игра про вампиров. Знаю одного вампира в третьем акте попадается элиткой. Да-да. Так, дайте-ка я уберу сейчас. Пока ж... Блин, куда бы... Чтоб не мешалось. Ту-ду-ту-ду-ду-ду. Ну, поехали. Товарищ Харон, пожелаем мне удачи. У меня всего лишь два воскрешения и... Ну, хотя бы раздор на плюс 50 всего. Ставку? Да вы серьезно? В милишке его убивать. Ставку хотите? Ну, ребят, вряд ли. Три крысана, кстати, всего, да. Батя все-таки поубивал парочку. Пусть путь истории надлежит определять мне, но ты все досаждаешь, будто хочешь принять эту обязанность на себя. Так чего ты изволишь, чтобы я уступил трон, принадлежащий мне по праву? Перманентный урон пилы инкаминг. Не, я сейчас планирую. Давайте, хорошо, давайте хотя бы пройду ли я первую фазу. Смотрите, я сразу говорю, что я буду держаться в миле к нему стараться. Впервые практически. Ну, я там один раз тоже с ножами старался более-менее в миле держаться. Да или нет? Это ластовый босс? Да. С какой пухой? Ножи у нас сейчас. Ножи на Афродите. Я буду держаться в миле. Да. Это будет больно, неприятно. Чтобы я уступил трон, принадлежащий, говорит, мне по праву. Ты не определяешь путь истории, ты же время. Ты лишь дорога, по которой мы идем, ля философствует. И не богам ты хочешь отомстить, а Мойрам, осмелившимся указать тебе на твое положенное место. О, да, к Мойрам у меня есть ряд претензий. Вот только зачем кто-то сует нос в наши с ними дела? Зачем оно тебе? Ты только получила возможность самостоятельно принимать решения, и тут же возжаждала вновь нацепить их хомут на шею. Позор. Ну, поехали. Так, вначале надо в любом случае крысанов, да, убить. Чё он там кастит? Кто-то... Блин, не забывать, что... Стоять. Сейчас мы этих хотя бы убьем, чтобы не мешались. Угу. Все, есть, ребята, есть. А это же... Да, это коса, я так и думал. Слушайте, так он как батя. Ему разок за спину дэшнешься, и он уже косой, и все, и не дамажит. Главное потом в After Effects не попадать. Вот в эти. Только место мне, блин, не нравится. Ты не хочешь выйти на более какую-то открытую локацию, не? Вот по центру драться не хочешь, братан? А, да. Вот это, конечно, атака вообще неприятная. А, в смысле? Юф. Fucking kidding me. Вот вам имитательная коса. Да?
кстати, забыл об этой фазе. 2 попал одной метательной косой. Одной. Вот, вот еще есть атака, которая в миле неприятна, да? Понятно. А, как же плохо. Выйди куда-нибудь, пожалуйста. Больно неприятно. А, то есть вот. А, это просто вообще круг заморозки. Слушайте, а в этот момент его, походу, вообще бить можно. Ну что, вторая? С более долгими размашистыми атаками. Или еще не вторая? Очень похоже уже на второй. Ну, типа пол хп, хрен его знает. Ага, вторая. Что ж. Оп, сюда подошел. Позорнич. Так, вот после этой... Сейчас я, наверное, буду ждать по все 3 атаки потихоньку и смотреть, как он их вообще делает. А, вот оно что было, да? Понял. Ага, сопротивление. В смысле? Чего началось-то? Еще? А, сатиры. Сумки? У тебя бывают сумки в мобах? Это что? Это флаги. Флаги говна, конечно. Неприятные. А, да. Минус жизни. Я понимаю. Я понимаю, братан. Дидан. А, ты умеешь разворачиваться? Ты умеешь бить настолько широко, и сейчас будет еще одна вперед, да? Да. Ага. Угу. И что, третий не будет, что ли? Офигеть. О, тяжело. На, я про эту забыл. Да потому что в прошлый раз ее не было. Сейчас 3 просто прямые будут, да? И еще. И еще. Да ладно, я думал, ты не настолько быстрый. Я думал, мне хватит скорости. Что ж, да, тяжело на милишечке. Блин, у меня такое чувство, как будто, знаете, надо отказываться, если в миле с ним драться, от идеи бега. И надо просто по разу дэшить. То есть у тебя успевает откатиться дэш. То есть вот когда он делал косы, дэш. Дэш. И так далее. Что ж, да. Сигил вообще не жмешь, у меня сигил ничего не делает. Он ничем не прокачан, и у меня нет маны.
Окей. Пройдем первую фазу? Нет. Увы. Его можешь за ноль жать. И что он делает, ты знаешь? Ну, типа, что, он станет босса? А зачем? Мне надо быть готовым к его атакам. Точно ничего не было. Вообще ничего не было на Сиджеле. Самыми сокровенными страхами мрачная принцесса делится только с мужественной пожилой амфибией, которая уже давно поселилась в ее шатре и сердце. Исключительно сокровенный Мифринос. Кронос underestimates me still, which means I have a real chance to vanquish him. You're always here for me. Don't worry about me. Oh. Ну и можно бутер доесть, блять. Да. Да. Ну ладно. You don't remember them, besides this painting and your dreams. But still you fight for them. Привет. Moonlight guide us and all. Terror engulf us. Dora, don't you pay any attention to what's been happening out there? The rise of the Titan of Time, the siege of Olympus. Nope, can't say any of that rings a bell. Olympus, that's where the family members you don't like live, right? And the Titan of Time. I get that he's bad, but he's never done anything to me personally, as far as I know. So. This entire encampment exists to resist his efforts to overthrow the gods and rule the world. Well then, maybe I should thank him because I happen to like this encampment. Oh shush. Oh shush. Может быть, хотя бы она наша подруга. Say Dora, would you mind accompanying me over to the baths? I'd hate to think they aren't haunted. Ну хоть с кем-то. Ну. Do I want to float aimlessly in boiling water? Do I ever? What are we waiting for? Ну хоть кто-то. Че, нам даже не покажут? О, новый арты специальные, чего? Я думал, нам хоть покажут, как Мелиноя лежит такая, бумами светит. Интересно, я раньше подобного стеснялась? Ты чувствуешь хоть какое-то тепло от воды, Дора? Я вижу, как поднимается пар, и ассоциирую его с теплом. Тогда я невольно начинаю думать, что мне тоже тепло. Звучит неплохо. Так ты помнишь, как оно ощущалось, когда ты была смертной? Ну что ж, всех богов теперь в эти источники позвать, да, по очереди? Вообще-то нет, я просто только про него наслушалась, будто на себе испытала. Ну, прошло время. Кайф. Будем требовать фу. Считай, как в твоем шатре повисело. Спасибо, что вспомнил обо мне. Оп, плюс сердечко. Плюс 12 времени еще прошло, ну что? Мне это надо было делать после того, как я заказал поставку Харона, да? Где же Владыка Морос? Разрозненная семья. Встреть охотницу и вестника. 10 серебра. Помоги нам, Мелиноя, найди трех Мойр. Это не пророчество, это мольба. Нам требуется твоя помощь. Мы рискуем всем, посылая тебе весточку. Но другого выбора нет. Ого. Ого. Denied. Окей. Where are you, headmistress? Пошли в баньки, наверное, с этим временным чем, как его там зовут? Золотая лихорадка. О, в золотых урнах, расставленных в локациях, вы будете находить до 15. Золото, классика, классика. Одно полотно и один известняк. Это мы берем. Сейчас выяснится, что сирена — это переодетый Мойр. Да будет так. Золотой источник жизни. Три тени гнили и три мрамора. В Тартаре вам откроется тайная зала, где вы сможете укрыться от врагов, восстановить немного хп. Кайф.
Тартаре это имеет смысл. Аскион, кота Аскион. Рогоз я все еще не нашел. Привет. Гермес наконец прислал весточку воды, как, к сожалению, не смог рассказать всех подробностей. Может, вы что-то знаете? Подожди, а где мой ключ от этой... от поверхности? Может, они там стоят? Я просто хочу на поверхность. Так, нектар в любом случае выкупаем. Соль в любом случае выкупаем. Всегда, да? Кошмар за 1000, да я сам их нафармлю. О, лунную пыль можно купить. Надо бы наконец-то потратить все свои эти ресы. Выспалась, принцесса, на распутье все по-прежнему, докладывать не о чем. Как нам повезло, что ты стоишь на страже нашей безопасности. Немезида, хватит дурака валять, что случилось, когда отвернулась. Не понимаю, о чем ты, вообще это не твое дело, да благословлят тебя Мойра. Что, прогулка оказалась не шибко беззаботной, и сколько гонора оказывается воплощение возмездия? Заткнись. Мне сообщили, что тебе удалось привести Цербера в чувство богини, по крайней мере, на какое-то время. Значит, он прячется в Тартаре, пока его снова не выгоняют на поля. Насколько мне известно, да, он ищет Тартаре своего хозяина, моего отца, и обнаружил, что Кронос держит его в цепях. Он мучает их и насмехается. Через них он пытается повлиять на тебя, заставить тебя отринуть осторожность и податься эмоциям, не забывая, исход войны определяет сила сердца и рассудка. Ты разве не поддавался эмоциям в свои смертные дни? Поддавался каждый раз. Так, держи. Привет, Одиссей. У меня для тебя кое-что есть. Спасибо, что всегда приглядывал за мной. О, богиня, кроме твоего общества, мне ничего и не надо. Но раз уж ты сегодня богосклон, то прими от меня небольшой дар. Я тебе еще не дарил подарок, что ли? Бабки! Это же твои верные бабки. Спасибо. Че? Пробуй выходить с Локи на Локи. Да, диалоги могут обновиться. Не могу, кстати, ничего выдать ему. Так, ну, здесь понятно, что... Мне надо что-то открыть и прокачать, кстати. Вот это следующий уровень 170 плюс 2 всего лишь, блин, как медленно. Да не могу я тебя. На нем, короче, кости висят. А я не могу его открыть, потому что я без понятия, где брать... бронзу. Ну, наверное, поверхности нет. Распуть населяют различные тени и духи. Некоторые из них сохранили человеческую сущность, а прочие вернулись к природе. Блин, да у меня все еще закрыто. Ну, он... Гермес же сказал, что откроет. Не? Следующий хранитель, с которым вы столкнетесь, потеряет 5% ХП. Бабки. От Одиссея. Урон, наносимый хранителем, снижается на 15... А, хранителями... А вот это надо брать вместо воскрешалки. 15%? Вернись в лук с котлом. Я же сказал, сейчас я это сделаю. Ящик с сувенирами начинает потихоньку заполняться, девочка. Это ты молодец, конечно, не увлекайся коллекционированием. Мне просто приятно делать подарки, я не жду ответных жестов. К тому же нектар, подаренный мне от чистого сердца, тут же скиснет. Какой кислят на моей тренировочной площадке. May moonlight guide us. It better. Back amongst the living. Да, привет. Я нашел его наставницу, я нашел Кроноса, вы были правы, он затаился... Да в смысле, я сделал все, как мы планировали, вот только он оказался слишком силен. Старая какая-то. Старый какой-то диалог. Дыши, Мелиной, это в безопасности. Ты смогла вернуться, это значит, наши тренировки пошли тебе на пользу. И так он знает, кто ты. Да, значит, мы потеряли элемент неожиданности, верно? Проклятие. Как же я могла так проиграть? Твоя цель не поменялась. Ты вновь спустишься вниз, где он обитает, где должны восседать твои мать с отцом. И сразишь его там. Но не спеши, будь терпелива. Пусть он и узнал что-то о твоих силах, но далеко не все. Блин, мне очень не хватает в битве с Кроносом...
Брось, Мелиной, не пытайся подкупить меня подарками. У нас есть задание, давай сосредоточимся на нем, хорошо? Вы сами учили меня не зацикливаться на одной единственной цели, наставница. Я могу и задание выполнять, и выражать свое почтение. Что я хотел сказать? Нету у меня прохода вот на Олимп. Видимо, завтра, не знаю. Можно задать тебе вопрос, принцесса? Роковой список малых пророчеств. Тебе это как-то пригодился? О, да, спасибо, что доставил его. Выходит, Мойры уже знали, что случится. И что я буду делать? Да и нет. Роковой список старается не раскрывать тебе будущее целиком. Пока он был в твоем распоряжении, я увидел лишь одно пророчество, что я передам его тебе. И оно сбылось. Что ж, тогда держи. Красавчик. О, должен признаться, я не привык, чтобы мне угождали. Прости, я не знаю, что сказать, разве что спасибо. Не за что, только я не собирался никому угождать. Просто ладно, давай забудем, хорошо? Доклеишься ты к нему, мы-то знаем. Софтлок? Да нет, видимо, просто надо сделать больше забегов. Первой встречи с Гермесом, видимо, недостаточно. Что ж, больше воли, по 80, нормально. Так, ну чё, надо прокачаться. Блин, я правда хотел сделать сегодня забег по поверхности, а потом идти отдыхать, время уже позднее, мне еще видос на YouTube надо выложить. А значит, ну, раз я не могу открыть череп, могу открыть лопату, кстати. Выкапывайте семена и различные реагенты и прочие предметы. Кайф, пойдем сейчас с лопатой. Наверное. Блин, ну... Видимо, медь по пути к Олимпу есть. Поэтому я все-таки не кирку возьму, а лопату сейчас, да? Ну да. Там же заклятие в котле. Не было там нихера. Нету. Я не так много забегов сделал, ребят. Но у меня какой? 9-й забег был только что. Мы как бы почти в каждом доходим... Ну, мы во всех забегах, кроме одного, да, кроме первого... А, нет. Кроме двух забегов мы дошли до Кроноса. Поэтому они у нас очень долгие. А раньше 10-й ночи чисто теоретически не открыть верх. Ну, скорее всего. Скорее всего. Что ж... Давайте на этом тогда закругляться.